Белый пароход у Волжских берегов. Нижний Новгород стал одной из площадок проведения Всероссийского детского музыкального фестиваля. Его участники, юные вокалисты со всей России, путешествуют по Волге на теплоходе. Сейчас на прямой связи со студией Олеся Лыковщук. Она работает на речном вокзале. Олеся, прибыли ли юные артисты в столицу Приволжья? Татьяна, я вас приветствую. Да, белый пароход уже причалил к берегам столицы Приволжья, и ребята успели продемонстрировать свои творческие способности прямо на борту теплохода, на котором дети совершают свое путешествие по Волге. Прошел небольшой, но очень яркий вокально-хоровой концерт для нижегородской публики. Ну а сейчас подробнее расскажу о том, что это за фестиваль и кто стал его участником. Фестиваль «Белый пароход» — это детский благотворительный фестиваль, который проводится при поддержке фонда президентских грантов. Проект основан в 2005 году. И с этого времени его участниками стали дети, более 1000 детей со всей России. Это дети со сложной судьбой, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети из неполных, многодетных и малоимущих семей. Все они одарены вокально, и чтобы попасть на борт «Белого парохода», юные участники проходят конкурсный отбор. И вот потом победители отбора попадают в необычную вокально-хоровую школу, где почти в течение месяца с ребятами занимаются профессиональные педагоги. Проходят встречи с ведущими деятелями искусства страны. Дети путешествуют, и самое главное, они дают собственные концерты и готовятся к своему большому итоговому выступлению. В этом году гала-концерт «Белого парохода» пройдет 19 августа в Москве с участием актрисы Екатерины Гусевой, оперной певицы Любови Петровой, певца Александра Панайотова и многих других. Цель проекта – помочь юным талантам с непростой судьбой поверить в себя, открыть для себя мир большой музыки. Но я добавлю, что у ребят до 18 августа будет продолжаться волжское путешествие. Впереди ребят ждет Чебоксары, Казань, Мышкин, Кострома. В каждом городе для юных дарований подготовлена интересная экскурсионная программа. Например, в эту минуту ребята осматривают Нижний Новгород. Ну, а о том, понравился ли им наш город, ну и в целом поподробнее об участниках, я расскажу в своем итоговом материале в 20:44. Татьяна. Олеся, спасибо. Ждем музыкальных подробностей.